გამოგვიგებია ასე დაგიგები თორჯო წინა წელს კონდა ჩოხი ასამბლეის ჩოხი და პროგრამის ჩვენ მგონი არის ყავით ჩვენ ბატონი ზურაბის სწავლობით მივიღეთ ახალი ხმლები რომელიც დამტრეულები ქონდა და ჩამოგვიტანეს ახალი ხმლები დღეს ვითარდება ჩვენ ჩინელი და სომეხი და ებრაელი ფარი გავუდნენ როგორი მოკლედ წარმოდებებს გისურვებ და მიგეხციოთ კიდევ უფრო მეტი მწერლობებს. ძალიან დიდი მადლობა. ძალიან დიდი მადლობა. დიდი დროშია, просто я хотя от главного события сегодня праздник, сегодня отмечается 10 месяца. Сегодня мы чувствуем настоящую именицу. Настоящая именица, вот сегодня день рождения. Она на свой праздник устраивает праздник именинницы. Сегодня, на самом деле, она еще доказала, что богатая душа и глубокое сердце. Скажем то, за ведущую, то есть нашего вечера, за именинницу. Что это тебя? И она... Нет, не хватает мы сослушать, мы тебя похвалить, мы тебе сказать дифирамбы. Мы сейчас, удачи. За что это? Еще одна джампу, за там это возгисовывается. День рождения, у нас там тысячи человек. Танцевали 2 часа, больше, пели песни. Вот это называется день рождения. Спасибо большое. А я в свою очередь хочу поздравить ансамбль. И желаю на самом деле, чтобы не только 10 лет, 20 лет, а 30 лет, чтобы отмечали, и чтобы то, что делает Гаго и Ирма, их труд был оценен. Тем, чтобы эти дети, они чтобы по-другому смотрели на Гогу, больше любили свою родину и ценили свою культуру. Поэтому я в свою очередь поздравляю вас. В лице Гаго и Ирма. Когда мы назначили 17 мая, мы сейчас суетились, и она что-то, я говорю, Шарена, подари нам, ты будешь ведущей, как всегда, каждый год. Говорю, подари мне один день. Она говорит, а мне что подарить? Я говорю, мы подарим целый концерт. Так что, как гласит грузинская пословица, и написано на гербе, сила в единстве. Когда мы вместе, нас никто не победит, и мы будем сильны, и будем красивы, и будем непобедимы, как сегодня. Сегодня был праздник, всей Грузии, всей день рождения, ансамбля и так далее. Смотри, день рождения Сакартвело и у тебя, запомни этот день. Хорошо. Понятно, что так одно-то это будет. Угощайте, дорогие друзья, что не угощайте? Зорка приготовила прекрасный ресторан Мимино. А поздравляю.